Народ, всем привет. Так вот, купил я такой раствор для наружного применения, асептолин. Он антисептик. В его состав входит спирт медицинский. Вот такая вот упаковка стеклянная, получается 100 мл. Ну и стоимость 125 рублей. Брал в аптеке, взял несколько штук таких. Ну там тоже дефицит на нынешние времена. И смотрите, с чем я столкнулся. Вот, например, сейчас вот этот берем, у меня открытый уже есть. Ребят, я его открывал, ну, запах нюхаю, там спирт вот реально, как будто там, не знаю, там, ну, водка или там спирт, не знаю, ну, такое явно выраженное. Хотя в составе смотрел, там какие-то другие есть, еще там глицерин, еще что-то такое. Так, смотрите, крышку открыли, видите, да, какое горлышко. Например, сходил в магазин, из магазина выходишь, чтобы руки обработать. Я не знаю, тут полбутылька, ну не полбутылька, конечно, но большую часть просто на руки вылью, у меня просто на пол все это прольется. И для того, чтобы более как-то мерно брызгать, дозатор необходим. Дозатор я выбрал, это вот для носа, раньше был, не помню уже как называется, вот такой дозатор, он с распылителем. Есть, ребята, боковые распылители, бокового у меня не было, только такой вертикальный. Он брызгает, только, к сожалению, вот так вертикально. Если его вниз сделаешь, вот на руке так брызгать, он не будет работать. В бок еще может, и вот так сверху. Немножко брызнул на одну руку, на другую, ну и обтер. Так, чтобы нам заправить наш дозатор. Дозатор небольшой, по сравнению с таким бутыльком. Вот видно, да, тут его хватит там на полжизни. Так, открываем, поддеваем. Вот. Перед этим я, ясно дело, его промыл, все, водой. Так, чтобы перелить, нам необходимо будет шприц. Так, шприц у нас, ну, сюда носик зайдет и сюда целиком. Потому что сейчас собираемся идти в магазин. Скафандры не одеваем никакие. Так, аккуратненько сейчас переливаем содержимое. Хотелось бы, конечно, чтобы боковой было распыление, чтобы можно было в любую сторону. Ну, хотя бы такой пойдет. Наполним. Так, главное не расплескать. Тут, блин, спиной вытекает немножко. Начинается запах спирта. Жена скажет, ну что-то пил. Ладно, я ей видео покажу, что я не пил. Вот такой антисептик для рук заправлял. Так, ставим его обратно. Все. Поставили, крышечка закрылась. Все. Вот такой дозатор мы сделали для антисептика. Даже сейчас руки оботру. В инструкции у него было написано, что после того, как обработали руки, необходимо как бы втирание вот это все делать в течение 30 секунд. Хоть какая-то защита будет у нас. Все, ребята, всем пока. До встречи на канале.